точно на такси не ездят. А наши ездят! Слушайте музыкальную информационно-развлекательную программу «Такси на Дубровку». Кто заказывал такси на Дубровку? Наши люди. Зоя Субботина и Марк Лепфиш. Такси на Дубровку. Заказывали, давайте присоединяйтесь к нам, потому что мы уже на машине. Мы в Москве. Это же сегодня, знаете, где мы? Да, обычно мы не просто катались по городу, уже на надежде как-то стремились свое внимание, там, и пассажиры садились там, да. Поехали.